Чебоксарские депутаты уточнили сегодня бюджет на этот и еще два ближайших года. Дополнительные средства появились после продажи городского имущества. Кроме того, столичную казну пополнили деньги из вышестоящих бюджетов. В общей сложности казна пополнилась почти на 189 миллионов рублей. Из них 99 миллионов город заработал сам, а 89,5 пришло из федерального бюджета. Федеральные деньги у нас, как всегда, они поступают исключительно по целевому назначению. Они уходят на строительство, реконструкции дорог. Это программа «Безопасные и качественные дороги». Что касается средств от продажи имущества, то за счет этих денег удастся залатать часть бюджетных дыр по ряду вопросов. К примеру, 2,5 миллиона пустят на строительство и ремонт парковок и линии освещения. За 1,4 миллиона на центральном пляже построят спасательный пост. По отрасли физической культуры и спорт предлагается увеличить расходы в сумме 2 миллиона рублей на мероприятия в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года. По социальной политике предполагается увеличить расходы в сумме 486,5 тысяч рублей, которые предполагается направить на ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Не разорит ли казну недавнее приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму и где в расходах строка на газификацию Заволжья, поинтересовались депутаты. Что касается первого вопроса, все рассчитано, денег хватит, отметили в финансовом управлении. Насчет газа в Левобережье все работы планируются на 2019 и 2020 годы. Нам к этому периоду нужно подготовиться, выполнить проектно-сметную документацию. По Сосновке мы уже провели конкурс, определили подрядчика. Стартовая цена, по-моему, была около 15 миллионов рублей. Согласились выполнить проект за 4-5 миллионов. Уже контракт заключен. В итоге изменения в бюджет приняты единогласно. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.